Меня обрили. У Пеппа Ину есть отец Пеппа. Тебе не кажется это странным? В рейтинге актуальных и горячих Пеппа на первом месте. На CoinMarketCap изменилась доска борда. Теперь мы здесь не можем отслеживать рейтинги, типа на каком месте монетка, на 3000-м или на первом. Внедрили рейтинг, такой как на приложениях обычных. Звездочки, проверка сертика и подобные там истории. На CoinMarketCap монета совершила 73 икса. При инвестиции в 100 баксов это 7300. При инвестиции 1000 долларов это 73 тысячи баксов. На CoinMarketCap она пребывает почти месяц, без 9 дней. На Dextoli родилась 14 числа и попала через 3 дня на CoinMarketCap. Twitter заполнен, забит на 271 пост и заполнено на 254 тысячи наблюдателей. Торгуются уже на Binance, KuCoin и OKX. Вот так шустро монетки заскакивают, что не успеваешь их выцепить, пока не будешь приближен к разработчику монеты. В комментарии отпишись, если ты уже зафиксировал, хотя бы отбил вложенное. Посмотрим, сколько таких. Ну и, конечно же, отпишись, если ты залетел где-то на хаях и ждешь до сих пор роста. Сейчас пробьем по графику. В целом, мне кажется, что здесь будет какое-то время флэт, но может отскок какой-то еще и будет, но больше склоняюсь к флэту. Погружение на 70 это маловато, но если взять вот прям плохо-плохо, совсем плохо, то есть это где-то в район 70% скидку может цена уйти и здесь ходить. Опять же, до какой-то интересной, прикольной идеи, которую они будут готовить, чтобы привлечь еще больше внимания к себе. Есть безоплатная таблица, подобранная командой. Здесь, получается, находятся достаточно фундаментальные монеты, за которыми стоят фонды. Для покупки сегодня есть порядка 8 где-то монет. И также есть возможность вступить в команду и прокачать свой портфель от 50 до 1000 иксов. Для этого достаточно написать «желаю в команду», пройти небольшой диалог. И также в команде, значит, обучение, окружение, наполнение портфеля. И инструкция по децентрализованному кошельку, которому пока у тебя есть доступ, ты имеешь свои монетки в своем портфеле. Как только ты доступ потерял, все, они тебе не принадлежат. А как же можно потерять доступ? Ну, например, халатно относиться к своему блокноту и где попало его кидать. Или где-то взять и спалить все свои кодовые слова, шифры, пароли, явки. Пеппа ссыт на Шибу, Доги, Илона и Флоки. Ну и еще вот этот череп какой-то, не помню, как он называется. Телеграм Пеппа наполнен на 52 833 подписчика. Пеппа развернут на контракте эфира. По комиссиям будет дешевле приобрести, допустим, на Кукоине. Но опять же, считаю сейчас не совсем такой прикольной точки входа. Смотря, что ты хочешь, наполнить кому-то портфель или наполнить себе портфель. Наполнить себе портфель, ждать вот этой зоны. Если не придет, ничего страшного, всегда есть альтернатива. А для того, чтобы видеть возможности и альтернативу, надо чиститься. Самостоятельных чисток я не знаю. Я знаю только индивидуальные, которые помогли лично мне. Поэтому благодарю за просмотр, благодарю за лайк, дизлайк и до новых встреч. Цепляйся за канал или принимай решение вступить в команду. До новых встреч.